дофига полезный. Так вот, все это, практически все произрастает или из бедности, или из лени, или из того, и из другого. Потому что немножко отступим. Допустим, чай с рисиком, который мы с матругой называем чай с хлебушком, и моя тетя теперь тоже называет его чай с хлебушком, произошел от того, что бедные китайцы или там японцы, короче, бедные азиаты сидели, жрать им было нечего, у них был только рис и чай.